Какая она, жизнь в Иране, вдоль Каспийского моря? Вы не поверите, но жизнь здесь обычная и хлопотливая. Бывает сладкая, бывает и горькая. Основное население южно-каспийского региона Ирана – это мазандеранцы и гилянцы. Они здесь активно занимаются земледелием, рыболовство. Взрослеет, стареет и наслаждается своей жизнью на побережье самого большого озера на Земле.